Медитация «Обрести силу рода» записана по авторским разработкам Школы энергетических и восточных практик Игоря Андреева. Наполнение родовой силой, чистка родовых связей, удаление сущностей, паразитирующих на родовых каналах. Обратите внимание, что данная программа карму рода полностью не снимет. Для этого нужно пройти обучение и самому стать проводником энергии. Подробнее о обучении вы можете узнать по контактам в описании к этому видео. Как правильно принимать наши сеансы? Необходимо принять удобную позу сидя или полулежа. Посмотрите на анимацию и как бы мысленно в нее войдите. Закройте глаза и представьте, как ваша седьмая чакра открывается в виде распускающего белого лотоса и энергетический поток увеличивается. Расслабьтесь и принимайте сеанс.